Всем доброго времени суток. 17-й. Уже 17-й эпизод Manhunt «Охотник на человека». Честно говоря, довольно странное. Хотя, нифига это не странное начало. Мы увидели какую-то мутировавшую свинью, то ли человека-свинью, то ли непонятно что. И мы должны разобраться, собственно, в чем тут подвох, в чем подкол и прочее. Мы уже приближаемся к финалу самой игры. Вот. И будем надеяться, что все у нас получится. И мы все пройдем. Так, тут сразу уже видятся враги. И это обычные полицейские. Ну, первого, я думаю, мы можем вырубить проводом. Но это одноразовое оружие. И мы только его, наверное, и можем вырубить. И причем, скорее всего, тут, помимо него, стоит еще кто-то. Хотя... Нормально, сейчас вырубим. Сейчас красным самым. Это же Manhunt, это же... Игра с элементами этого. С элементами стелса. Блин, я уже запутался. Капец. Так, у нас есть дрободан. Пошел ты знаешь куда. Так, пошел ты знаешь куда. Так можно говорить всем и каждому. Так, мы, наверное... У нас есть УЗИ. Не, мы не будем менять УЗИ. УЗИ это нормальное, хорошее оружие. Смысла менять УЗИ нет. Я не знаю, честно. Я не знаю, будут ли в этом уровне попадаться спецназ. Не который Старквейзер, а который обычный. Который как в прошлом эпизоде был. Я без понятия. Так, давайте сразу же подготовим УЗИ. Вот стоит тут чел. Щетка. Щетка. Щетка, щетка, как я люблю говорить. А, он вообще где-то внизу находится. Очередная вражина. Да. Он находится где-то внизу. Так, давайте проверим вот эти вот двери. Может, сюда стоит пройти? А, конечно, нет. И не сюда. Так, нам нужно спускаться вниз. Мы, видимо, выбрались из метро, но метро само не закончилось. И что-то, какие-то остатки у нас с вами имеются. Блин, капец. Вот я поэтому не люблю УЗИ. Сдалека стрелять с УЗИ тоже такое себе. О, обезболивающее. Отлично. Разработчик смилосердствовался и подарил мне обезболивающее в такой тяжелой ситуации, да. В такой тяжелой ситуации. Так, тут у нас опять пейнспрей. Спранк, то есть этот автомат с напитками. А-ля отсылка к Сан-Андреас. Это что? Это полицейский или это? Это спецназовец, бля! Народ, я думал, их не будет в этом эпизоде, они будут, оказывается. Сейчас мы кое-чего вырубим быстренько. А, все, он один. Вот у него УЗИ как раз. Вот это УЗИ и берем. Блин, я думал, в этом эпизоде не будет спецназовцев. Ёлы-палы, блин, я уже так обрадовался. Блин, ну это глупо, конечно, на это надеяться, потому что если в прошлом эпизоде они были, значит они в этом, наверное, будут. Как бы это, да, действительно глупо, я на что-то там рассчитывал, и реально, и правда. Ну что же, у нас вон, получается, сейфпоинт, но нам нужно открыть замок. Нам нужно чем-то его, короче, с вами сломать. Нужно что-то найти. Там враги даже есть, нам на них сейчас похрену мороз, потому что они с другой стороны. Они сами сюда не прибегут, и мы к ним не прибежим, пока не подберем провод. Так, ну, тут только один путь, спускаемся вниз. Что делать-то? Аккуратнее, помедленнее. И... без... Бля, хамуха. Иди сюда, давай. Ну, блин, так из-под тяжка появился неожиданно. Я не ожидал его вообще увидеть, в принципе. Это вот, конечно, минус народ, то, что вот враги так резко появляются. Но хотя, с другой стороны, я сам быстро пошел из-за этого. Поспешил, короче, иными словами. Вот что-то есть. Обойма. И что это за обойма? От пистолета-пулемета и что? Тут даже ничего нету. Даже нету ничего.
куда дальше-то идти, куда? Непонятно. Тут тоже закрыто. Тут что у нас тут? Ничего нету. Тут тоже закрыто. Блин, капец, я все оббежал, и нету предмета, который откроет нам дверь. Или нужно просто замок прострелить, хрен нас его знает. Давайте, короче, внимательно здесь все осмотрим. На всякий случай. Но пока что я ничего не вижу. То, что может открыть замок. Может просто его прострелить, да и все. В натуре, блядь. Короче, я беру... Ой, я беру дрободан. Потому что как ты... Вот не хватало, чтобы они еще здесь меня убили, на этом месте. Вот этого еще не хватало, блядь. Прямо у чекпоинта, блядь. Вот это самое обидное, знаете, народ, когда вот ты проходишь, вот ты чекпоинт почти добежал, и тебя убивают, блядь, перед ним. Знаете, как это обидно? Кто бы что ни говорил, но это реально. Давайте, короче, в основном юзать пистолет-пулемет, потому что тут в основном враги с этим оружием. Не хочу тратить дрободан полностью, поэтому лучше не рисковать. Так, тут у нас какие-то вагонные шахты. Прям на вокзале, господи! Ни хрена вас тут! Ни хрена их тут! Раз, два, три, четыре, пять. Пять штук. Капец, о, зато от них обезболивающее юзается. Резается, и то хорошо. Плюс пять врагов, ёлы-пал. Капец, народ, это полный капец. Давайте изучим эту станцию на предмет обезболивающих, на всякий случай, чтобы потом их использовать, если вдруг какая-то тяжелая ситуация будет, потому что 5 врагов. Вы что, смеетесь? Ну, 5 врагов. О, некоторых можно вырубить. Так, это мы оставляем на всякий случай. Некоторых можно вырубить скрытно, потому что у нас есть провод. Вон он, идиот. Давай, мы тебя вырубим. Надеюсь. Сука, паленый долбоящер, блядь. Сука! Короче, нет, народ, никаких скрытных убийств. Потому что пока мы подкрадемся к одному, нас убьет второй. Ну их нафиг, они все. Хотя, пока он в эту сторону идет, наверное, можно его убить. Он же в эту сторону только идет. Ну и как-то я к нему подкрадываюсь, он мне палит, блин, быстро. Вот сейчас он обернется, я его тут убью, пока там другие враги не видят. Если он развернется, скорее всего. А не, он прямо пошел. Кто-то меня спалил. Кто меня спалил-то, блин? Пошел. Блин. Обезболивай. Давай, иди сюда, сыкло. Тебе пить. Ты сказал, что тебе писец. Не верил, вот и получил. Пока что проиграли один раз. На самом деле, ребята, это рекорд. Обычно я уже в это время проигрываю, уже начинаю проигрывать. Я проиграл только сейчас. Капец. Это рекорд. Валяйся, пожалуйста. Довольно редкая на самом деле обойма. Редко мы находим именно обоймы, в основном подбираем именно сами оружие. Так, тут еще два врага я вижу, еще два врага. Аж две вражины еще, капец, ужас. Просто их нужно убить по отдельности, так легче, чем вот если их убивать всех, потому что они все начинают стрелять, и начинается капец.
Ах ты, блин, сука, блин, спрятался, скотина. О, у него дрободан, у них дрободаны, отлично, народ. Я перезаряжусь как раз. Ну это редкость, на самом деле. В основном у них у всех УЗИ. Давайте посмотрим. Валить. Отлично. По-моему, всех завалили, по-моему. И у нас осталось уже... То есть практически ничего уже не осталось. Сука, ебаная, блядь, вылез из ниоткуда, долбоящер, блядь, ебаный. Скоты, блин, охреневшие, блин. Я уже там дошел, блин. Он взял меня из-под тишка, блин, мразь тупорылая. Из-под тишка меня, блядь, выкосил. Скот тупорылый. Долго очень убивается. Вот сейчас повнимательнее, вот когда мы заходим вот за эти коробки, повнимательнее надо быть крайне. Потому что они охреневшие, они из-под тишка, блядь, вырубают. У них вообще, блин, ни стыда, ни совести вообще нету, блин. Тупорылые, блядь, враги. Вот еще они отсюда ходят как раз. Они оттуда и выбегают, в принципе, скорее всего. Вот тут поосторожнее. Когда мы доходим до ворот, поосторожнее, реально. Потому что, ну, страшно. Я не хочу умирать по 150 раз на одном и том же месте. Вот был бы я на пенсии, другое дело, спешить некуда, что теперь делать. А я, как бы, блин, у меня заказы, так что, блин, не надо мне тут задерживаться так сильно. Так что срабатывает музон и палево срабатывает, хотя враги вроде далеко. Непонятно, с кого это палево срабатывает. И этого кого-то нам, видимо, придется, блядь, найти, чтобы наказать. Потому что за него у нас палево, блядь, срабатывает, логично. Так. Итого у нас, кстати говоря, довольно мало боеприпаса осталось, честно признаюсь, народ. Вот, довольно мало боеприпаса. Так, давайте. Давай, давай, иди сюда быстрее, я тебя хочу сперва зарядить. Отлично. Давай, 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 иди сюда. Да идите все. Отлично. По одному. Сука! Тварь, блядь, тупорылая. Я надеюсь, мы не брали сейчас обезболивающие. Тех, которые с дрободанами, мы тоже вырубаем с дрободана, потому что это они какие-то неубиваемые гниды, блядь, тупорылые. Заколебали, реально, народ, они меня уже реально заколебали. Вот, еще обезболивающие, запоминаю место. Они, блин, вот этот минус этой игры в чем? То, что они так резко вырубают, просто резко. Вот ты не ожидаешь, ну что я прошел, блин. А, конечно, прошел, блядь, резко вырубают. Скоты. Вот тут, кстати, бочка есть, наверное, замораживающая. Можно было, наверное, ее взорвать. Что мы не сделали. Ну, че там ты стоишь? Вот тебе и на. Вот тебе и на, блядь. Стоишь. Стоячина. Порыла. Я. Там еще один. Пошел ты. Все, вы закончитесь. Вы знаете, надо уметь. Есть такое свойство, как заканчиваться. Надо уметь, блядь, заканчиваться, долбоящер. Уметь надо. Подобрали мы дробовика. Патрончиков. Этих. Пакет подобрали. Ну, нам пока подойдет, в принципе, и... Провод или что это такое. Я не помню. Короче, вот еще враг я вижу. Берем дрободан. Ну что ты, где ты? Давай, давай, иди, иди, иди. Молодец. Хороший мальчик. Вот у этих всех дрободан, это хорошо. Давай, давай, иди, иди. Давай, давай, иди, иди, иди. По одному, давайте, я всех приму. Все по одному, давайте. Я всех приму. Тут миллион, блин. Это миллион, понабрали миллион охранников. Капец какой-то народ. Меня они все бесят, что вот эти вот... Псы, как они там называются, что вот эти вот мусорщики, что вот эти вот менты, они меня все, в принципе, бесят. Вот чекпоинт, тут как до него добраться не... А, вот до него. Так добраться, все отлично, сейчас до чекпоинта доберемся. Я надеюсь, тут снайперов нету никаких. Сейчас такой резко 1 миллиметр до чекпоинта остается и снайпер вырубает. Знаете, как обидно будет, ой, ужас, капец.
большие силы писать себе скорость. А, ну понятно. Надо разогнаться. А вот, все, он прыгает, отлично. О, отлично. А вот тут, по-моему. Отлично. Все, спецназовца вырубили. Вот. Кто спецназовцы, народ? Страшно. Вы видите, даже стреляют с пистолета-пулемета, блин. Даже видишь, спецназовцы. Господи. Ну мы с дроботана. Мы так дроботанов понабрали, как я хамуха! Блин, они со всех сторон окружают. Сука! Не смей меня убивать! Мразь! Тебе меня не убить, понятно? Долбоящер ты такой. Давайте обезболивающих повесим. Чуть не убили, блин. Капец. Разумеется, народ, наверное, самый интересный уровень, наверное, самый начальный, который Манханта. Потому что они проходятся скрытно. Эти в основном все уже проходятся уже... Ну, не на камеру, так уже свободно, спокойно. Тут, конечно, уже сам решает, что да как. Вот. И почему-то многие не взлюбили вторую часть. Хотя я ее не проходил, я даже не знаю, что там да как. Кто главный герой, кто сюжет. Но слышал мельком, что многие не взлюбили эту часть. Не эту часть, в смысле, а вторую часть. Есть и Манхант 2 еще. Вот, непонятно почему, но многие не взлюбили. Так происходит большинство игр, сериалов, фильмов. Вот, вспомните те же Ходячих. Все старые сезоны Ходячих все обожали, а новые сезоны уже перестали любить. То есть, вот такие, собственно, дела. Так, у нас ворота. Перезаряжаемся. Тут лом даже есть. Может, он зачем-то все-таки нужен? Давайте стрельнем. Ага, так, отлично. Блин, тут эти самые... Спецназовцы у нас даже нету. И чё? Чё делать-то? Чё делать? Катсцена? Спецназовцы Старквейзера? Серьезно? Спецназовцы Старквейзера вырубили спецназовцев обыкновенных, блин. Сватовцев, или как они называются. Ужас. Ну, это, собственно, уже всем уже и говорит, что скоро будет сам Старквейзер этот ебаный. Ну, вы поняли. Да, народ, я честно, я вообще не ожидал, но этот эпизод был довольно простым. Я не знаю, как это объяснить, но он реально был довольно простым. Я вообще его не знал, то есть первый раз, как все, собственно, прошлые эпизоды. Но я прошел его там с двумя или тремя смертями, по-моему, всего. Я там 2-3 раза, по-моему, умер. И все. Я даже сам не ожидал, не было бомбежа такого серьезного, реально. Я в шокере. Прошли удачный эпизод. Я сам даже не знаю. Я рад, конечно, да. Это был 17-й эпизод. Мы выбрались из метро, попали в железнодорожные платформы, пробежали вперед, и тут нас чуть не вырубили, чуть не вынесли спецназовцы обыкновенные, а обыкновенных спецназовцев вырубили спецназовцы Старквейзер. Что же будет дальше? Вот узнаем в следующей, собственно, 18-й серии Манхант Охотника на человека. А на этом я все. Я желаю вам успехов, удачи, пока. Данный эпизод получился довольно-таки положительным и быстро проходимым. И, собственно, увидимся в следующем эпизоде, народ. Всем пока!